Хоровая капелла «Светилин» отметила 30-летний юбилей концерта. Это один из немногих профессиональных коллективов такого направления в нашем регионе. Изначально это был сургутский ансамбль духовной музыки. Его имя происходит от названия молитвы. Капелла состояла из 6 певцов, преподавателей детской музыкальной школы. С течением времени ансамбль увеличился, впрочем, как и репертуар. Сегодня хор работает с разными жанрами. Это романсы, оперы и даже мюзиклы. Сегодня артисты сургутской хоровой капеллы «Светилин» ведут и просветительскую работу в учебных заведениях Югры. Знакомят молодежь с классическим музыкальным наследием, сохраняя тем самым русскую хоровую певческую традицию. Поздравить с юбилеем коллектив филармонии пришли добрые друзья и преданные зрители. На такие концерты ходить, наверное, нужно, потому что это все-таки развивает кругозор. И это просто красиво. Приятно провести вечер, это всегда хорошо. Вот. «Светилин» — это, наверное, дата 30 лет, очень много говорит о, так сказать, этом коллективе, потому что он очень крепкий,